Братские могилы неизвестных солдат есть практически в каждом населенном пункте нашей страны. В Черкесске их несколько. Одна из них расположена у мемориала «Вечный огонь». Сегодня там в память о подвиге неизвестного солдата, члена республиканского правительства и мэр Черкесска возложили цветы. В Великую Отечественную войну героически сражались наши солдаты. Из них очень многие, к сожалению, неизвестны. Сегодня многим хочется переписать нашу историю, поэтому особенно поэтому мы сегодня должны и помнить, и передать молодому поколению то, что было в Великую Отечественную войну. Поэтому мы сегодня здесь. Вспоминали неизвестных солдат сегодня и в Центре военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска, где прошел урок памяти, на котором воспитанники центра рассказали школьникам о бессмертном подвиге советских солдат и напомнили в очередной раз, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась эта победа. Руслан Мараховский в силу юного возраста своих воевавших прадедов не застал. Тем не менее, юноша прекрасно понимает, как важно помнить и чтить героев войны, в том числе навеки оставшихся неизвестными. Без прошлого нет будущего. И как бы без памяти о своих предках мы не сможем ничего нормально мы не сможем противостоять тем, кто хочет оскорбить их память и сказать, что они были неправы в данной войне. Пока не будет захоронен последний неизвестный солдат, война не закончилась. Поисками неизвестных солдат занимаются сотни различных организаций по всей стране. Зоя Псху уже много лет руководит республиканским поисковым отрядом «Подвиг». У нее за плечами сотни экспедиций и не один – найденный и опознанный герой войны. Но сколько еще их лежит в земле – неизвестных защитников Отечества? По книге памяти города Черкесска на фронт ушло около 8 тысяч человек. Из них 2140 числятся без вести пропавшими. Это дети нашли и посчитали. И всего по Карачаево-Черкесской республике 12 284 человека числится без вести пропавшие. Что такое без вести пропавшие? Это человек, который остался на поле боя. А всего, по различным данным, в стране остаются от 2 до 4 миллионов пропавших без вести. Миллионы судеб, изувеченных войной, миллионы солдат, которых хоронят до сих пор. Арнест Чуков, Дарья Назарова и Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.